Ольга, вы сама как это оцениваете? Что там происходит с выбросами в атмосферу у вас в Магнитогорске? Пусть меня растерзают многие жители наши, но мне кажется, многие принимают обычный туман, который связан сейчас. У нас сделали, резервуар отделили, что от комбината, где вот замкнутый оборотный цикл, и там не замерзает лед, и там очень теплая вода, поэтому очень часто туман. И люди смотрят с правого берега налево и считают, что это смог стоит. Ну, есть же еще и другие производства в городе, там птицефабрика, откуда может идти запах, на который часто пеняют. Но я не думаю, что так все критично, как любят преувеличивать в соцсетях. Бррр.